Ага, привет. Ну что ж, проходим с тобой далее. И теперь война банд. Давай посмотрим, что там за война банд у нас такая вообще намечается. Это получается второй DLC. А, подожди, подожди, подожди. Подожди, отмена. Сейчас мы сохраним. Так вот. Да, вот 100%, да? И теперь идем на второе сохранение. Вот, на второй DLC. Войны банд. Погнали. Узнаем, что там нынче происходит у них. Капитан Юрий Ватанабе, доклад о ситуации. Фелиция Харди, она же Черная Кошка, пропала без вести. Или мертва. Она объединила усилия с Доном Маджи и Кувалдой для шантажа главарей и других семейств. А потом предала его. Он отомстил, используя украденное у Соболя оружие. Очень жестко. В результате пропали как сама Харди, так и компромат. Теперь Кувалда жаждет крови. Попытка шантажа провалилась, и он решил пойти в открытую, надеясь устранить остальных Донов силой. С этой целью он продолжает прибирать к рукам оружие, оставшееся после ухода Соболя. Мы конфисковали столько их вооружения, сколько смогли, но этого может не хватить. Банды настроены серьезно, и Нью-Йорк для них – поле боя. Но, возможно, нам все же повезло. Маджия прижали Кувалду в старой гарлемской лечебнице. Если удастся отвлечь его людей, мы сможем запустить внутрь небольшую группу и взять его живьем. У нас только один шанс, и его нужно использовать. Хера там что-то бойня какая-то. Дела тут все хуже. По твоей команде. Хорошо. Я постараюсь их отвлечь. Готовы, господа? Паук, о, зацени. Подлаги, блядь. Мило. Не по уставу, лейтенант. Прошу прощения. Подарок от моего мелкого. Не каждый день работаешь с легендой. На этот раз. Прощай. А теперь приготовься. Да, мэм. Мы сможем. Чёртов паук! Никто не читал в искусстве войны про отвлекающие маневры. Нет? Хорошо. Погнали! Хули там мне? На-на! Я, конечно же, в этом по самые уши. Мать, я тебя уничтожу! Валите его на землю! Поверить не могу, что Кувалда выпал своим штабом запрошенную психушку. Ух ты, как жизни-то. Ему подходит. Минус один! Нужно отвлекать внимание на себя, пока Юрий с отрядом пытается тихо взять Кувалду. У каждого Дона должно быть дурацкое прозвище. Дай подумать. Как насчет лося? Величественное животное. Может быть, тюлень? Что-то морское же подойдет. Нам нужно больше идей. Маджи, хуяджи. Полези его на землю, хвать! Нас уже не так много! Боишься? Правильно! Я ты сюда влез! Нихуя. Воу-воу-воу. Я вижу свой синяк сквозь маску. Получай подарочек. Забудьте про людей Кувалды. Сконцентрируйтесь на жуке. Дуболомы Кувалды дерутся против остальных.
реанимации. Это как прийти на вечеринку, где всех ненавидишь. Ах ты, сука. Как он побил столь? Молодчай! Сами напросили. Вы давайте там, мутуйте друг друга, а я со стороны понаблюдаю. И все больше громил Маджи, больше громил кувалды, больше бардака и беспорядка. Кажется, ни те, ни другие не собираются заканчиваться. Не ёбаный ты в рот. Юрий, вы как? Подтверди ликвидацию цели. Подтверждаю, движемся. Вперед, вперед! Да, порядок. Руберуйся! Сам себя подорвал, дебил. День могу, но вообще не хотелось бы. Воу-воу-воу. Он этого не забудут. Сюда, грязные приемчики паучара. Да, да, грязные. Хочет нас поджарить. На тебе нахуй. Красава. Блять, не туда. Еще там где-то один. Размажу тебя как муху об стекло. Да хватит уже про насекомых. Ай, блядь. Нам нужна его голова. Зачем тебе моя голова? Так, я знаю одного парня, у которого щит покруче. Примерно на такое я и рассчитывал. Нужно всё? Догнать Юри. Куда, блять? Юри, снаружи порядок. Как твои дела? А, связь плохая. Ну, она, блядь, наверное, сейчас в подвале. Надо бы ее догнать. Скорее всего, их там всех схватили. О, красота-то какая. Тут поди призраки везде. Юри, конечно, может о себе позаботиться. Но мне все это не нравится. Я должен ее разыскать. Надеюсь, тут нет туалетных привидений. Это было бы уже слишком. Наверное, не во всех старых психушках обитают духи людей, которых там замучили, но в этой они совершенно точно есть. Эй, Юрий, ты слышишь? Ну, попробовать стоило. Ботинки новые жмут. Так. Во время спектакля не шуметь. Похоже, что это штаб Кувалды. Но самого Кувалды что-то не видно. И Юрий тоже. Они делали ставки на районы. На то, кто будет их контролировать, когда они покончат с Маджей. Что ж, удачи им. В Нью-Йорке любят, когда им указывают. Ну да, да, любите. Другие доны Маджи. Дон Цицерон. Большой Ц. Удивительно, но то, что он юрист, еще не худшая его черта. Дон Мокьо. Говорят, изобретательный малый.
Дон Фортунато. Фактически лидер Маджии. Я слышал, его сын хочет выйти из дела. Мне кажется, это одно и то же лицо. Дон Коста. Заказывает людей направо и налево. Он давно напросился. Юрий! Не нравится мне это. Нужно ей позвонить. Откуда они взялись? Они пофиг! Копы повсюду. И как бы срезать? Мы их прикончим. Всех до единого. Знаешь что? Парню давно пора передохнуть. Мы охраняем комнату. Но нашими... Устраивайся поудобней. И еще как. Лу как-то пытался. И? Кувалда практически оторвал ему ухо. Совсем к чему она... Они пьет. Что-то или кого-то там стерегут. А вдруг это Юрий? Работаем тихо. Теперь остальных. Чё, думаешь, получится тихо поработать? А, блядь. Ну ладно. Это последний. А теперь узнаем, зачем Кувалда поставил тут такую толпу громил. Соболя. И... А что еще непонятно? Как Кувалда умудрился раздобыть это все? Тут много видеоснаряжения. Интересно, что бы про все это сказала Чудила? А это что? Она сказала, чудесно! Выглядит слишком искусно для барахла Кувалды. У нее же такой раздражительный голос, она такая ебанутая вообще. Ну понятно. Мониторы. На одном из них может быть Юрий. Нужно посмотреть. Они используют старую охранную систему. Ну же, Юрий. Видишь ли, я джентльмен. Постучи, я бы вас впустил. Нет. Что-то нет, что-то да. Было прокрадываться. Вот что мне не нравится, молодежь. Правил нет. Трус! А? Чем здесь трус? Раньше, конечно. Все играли по правилам. Вы бьете нас, мы вас. И вы знали ваше место. Вы нас боялись. Сейчас. Вы что думаете, нас можно просто сдуть? Пора снова познать страх. Бросай пушку! Руки за голову! А если нет? Капитан, мне жаль. Ну, живо! А вот и он. Вот он, страх. Давай же. Юрий!
Где ты? Юрий, ты точно в порядке? Да, мне просто нужно перевести дыхание. Давай сделаем так. Я выслежу кувалду и попробую выяснить его планы. А ты приходи в себя. Это хорошая мысль. Я должна позвонить семьям моих людей, рассказать им обо всем. Не оставляй меня в неведении. Сразу сообщай обо всем, что узнал. Обещаю. Мы остановим его, Юрий. Нет, не остановим. Мы его на части разорвем. Теперь это вопрос личных счетов. Нельзя дать кувалде гулять на воле. Я слышал, его люди частенько собираются в безымянном баре. Будет правильно начать охоту оттуда. Так. Ну, смотрим, что тут у нас намечается по районам. Опять же, 5 преступлений, да, еще что-то по одному. Так, раз, два... 3, 4, 5. Сука, 5 районов задействовано. Пока ничего не открыто. Новый костюм. Это вот это, да? Какие еще откроются? А, ну это же тонны испытаний, это понятно. Угу. Так, ну что ж, погнали. Очередной бесценный образец нью-йоркской архитектуры был уничтожен сегодня никем иным, как Человеком-пауком. Знавала ли Карлинская лечебница лучшие битвы? Да. Совершали ли в прошлом ее врачи ужасные преступления? Пароль, впусти меня, баран! Ха, неплохо. Я практиковался. Безымянный бар. Любимая рюмочная самых гнусных бандитов Нью-Йорка. Когда я был тут в последний раз, драка чуть ли не все выходные заняла. Ну а теперь у меня есть ты, мой милый дружочек. Кто-то здесь наверняка знает, что планирует кувалда. Нужно подслушать пару разговоров. Посмотрим, что выясню. Оружие, драки и суперсилы запрещены? Не думаю, что местные посетители следуют этим правилам. Да, но я не хочу отдавать свое оружие. Слушай, у нас такие правила. Ладно, паука-бот. Сочувствую парню Маджи, который будет это чинить. Ясно, но я не хочу. Много постороннего шума. Нужно включить фильтр по упоминаниям Маджи и кувалды. Нужно выделить их голосовые частоты. Чудно. Теперь послушаем, что скажут эти превосходные джентльмены. Я рад, что мы порвали с Маджи. Кувалда — будущее города. А ты не думаешь, что это немного дико? Что?
Но это, что он делает с собой? Проект Олимп. Ненормально это. Кто бы говорил, татухи свои видел? Это другое. Ладно. Не хотелось бы делать поспешных выводов, но кажется, что отличники среди этой публики в меньшинстве. Куда мне? Готова кровавая культя. Забирайте, кто ее заказывает. Настойки пива и шот. Мне, блядь, кого-то надо или чё? Спасибо, парни. Ржавый кур. Наверное, думает, что самый крутой. Дичь какая-то. Все доны Маджи в одном и том же месте? Идиоты думают, что так безопаснее. Босс их удивит. Раздавит одним махом. Захватит контроль и выиграет войну. Вот тупицы. Если Кувалда покончит с донами, то возьмет Маджию под контроль. Я должен найти их первым. Кто-то должен знать, где они. Как бы выделить их разговор? Эй, мы ведь нападаем на донов, так? А где они вообще? Ты знаешь? Не, новичок сказал, что знает. Говорит, Кувалда ему лично рассказал. Почему эта молодежь узнает все раньше нас? Пойдем-ка потрещим с ним. Надеюсь, новичок знает, где остальные доны. Давай же, парень, выкладывай. Выделить их голосовые частоты. Эй! Говорят, ты знаешь, где сейчас доны. Да тише ты! На самом деле, я не знаю. Ну уже колись! Еще бы! Откуда тебе знать? Но я могу сказать, кто в курсе. Винни и Джина. Они сидят где-то там, ничего не рассказывают. Тоже мне новости. Винни и Джина все знают. Сейчас так пока очень скучно им дался. Винни и Джина, да? Надо найти их, выяснить, что они знают. Дверь возле пинбол-машин должна вести в задние комнаты. Главное открыть. Вечно тут бардак какой-то. Джина! Джина? Ладно, иду я. Дина, Джина, блин. Пропустите, я спешу. Опять щиток. Что это там такое, а? Винни и Джина.
Какие-то планы. Это карта активов Кувалды. Надо к ней приглядеться. Вискарня и мастерская дадут Кувалде денег на годы вперед. Точняк. Есть. Как закончу, позвоню МДжей. Ей наверняка захочется узнать обо всем этом для репортажа о гангстерах. Бля. Так, дальше. Надо найти Винни и Джину и выяснить, где находятся Дон и Маджи. Эй, а ты уже слышал про этот проект, Алим? Слышь, темное дело. Но интересное. Или оказаться самоубийцей. Проект Алим? Почему его так часто упоминают? Видимо, это Винни и Джино. Они знают о следующем шаге Кувалды. Там на столе, кажется, записи. Похоже, место хорошо защищено. Ну да, от внешней атаки. Эти кретины понятия не имеют, что прячемся? У Кувалды припасено для них. О да, они очень удивятся. АМ-радио? Винтажно. Твою мать! От одного избавился, теперь второй. Это как день рождения, только не веселый. Значит, как 1 сентября. Да, примерно. То есть побаловаться со светом? Это какого хрена? Это мой шанс. Тут что, есть электрокоробка? Электрокоробка. Я так и сказал. Ты сказал электро. Доны спрятались в театре Ауэрбах. Нужно добраться так, туда сейчас. Раньше Кувалды. Так, что? Молодец, куда? Паукобот. Теперь прячься, я вернусь за тобой позже. С хорошей порцией хлорки. Пройдено. МДжей, это Питер. Да, ты записан в моих контактах, Пит. Не нужно говорить, что это ты. Да, логично. Слушай, я знаю, что ты работаешь над статьей о бизнесе Кувалды, и у меня для тебя кое-что есть. Да? Я смог выяснить адреса 4 предприятий Кувалды и держу пари, что они чисты, как канализация. У тебя нет денег на пари, но все равно спасибо тебе. Я сейчас займусь. Давай-ка ими лучше займусь я и передам тебе все, что найду. Это бы очень помогло, у меня сжатые сроки. Поговорим потом. Здесь эти испытания, это ж пиздец какой-то. Ой, просто ужас. Кому-то хватило смелости выступить против Кувалды? Мне лучше проследить за ним. Побочек. Эй, у тебя там этот тупой костюм какой-то... Не нужно было просить помощь. Еще как нужно. Думаешь, мы не проедем пару кварталов? Ты видел, что тут вообще творится? Я никому не верю. Они выезжают. Буду у них на хвосте на случай, если кто-то объявится. Был бы сейчас кто-нибудь рядом, чтобы это услышать. У нас гости! Бандиты Кувалды. Вечно не в то время и не в том месте. Мне нужно защитить свидетеля. Давление на свидетеля незаконно! Вы ведь не хотите нарушать закон, да? Могло кончиться куда хуже.
А вдруг где-то в городе шастают другие громилы кувалды? Было опасно. Ну вот, появились преступления, да? Паук, как идет охота? Хорошо. Я выяснил, где доны. А ты как? Устала. Только что закончила звонки семьям. Было... трудно. Да. Трудно. Я не подведу тебя, Юрий. Не волнуйся. Так, быстрее в театр Ауэрба. Пора нянчить донов. Да, все, преступления у нас появились. Это все говно, я буду потом проходить. Сейчас все откроются, испытания. И потом начнется, блядь. Сообщается о снайперах Маджи. Просим все машины откликнуться. У нас вызов из района Антонии. Доны должны быть внутри. Похоже, все в порядке. Шреддер? А, я думал, что технодром там это. Шреддер с мутантами. Супер. Вот из-за таких толп я всегда избегаю премьерных показов. Так или иначе, мы заберем Дона с собой. Смотрите, идиоты! Зачем вообще стопали эти копалки? А мне надо придумать название получше. Да есть уже название. Ну, держитесь. Знаете, если будете смотреть это дома, сэкономите кучу денег на попкорне. Берегись паутины! Ты не подумал? Парни, серьезно! Оно того не стоит! Купите лучше потом онлайн! А ну сбейте его! Ёбаный в рот. Да, блядь, кошара. Вы это видели? Сейчас будет больно! Получай! Берегись! Наверху! Целый отряд. Вытащите меня! Сбейте его! А у кувалды бывают неформальные дни? Они заложили в здание кучу взрывчатки. Не слишком ли, ребята? Нужно расправиться с громилами и обезвредить бомбы. Есть одна осталась. Берегись, паутина! Он уже не в нашу пользу! Теперь они уже на другой этаж. Ёбаный в рот. Ты не подумал, куда лезть?
Вам не надоедает проигрывать? Я так, слово обидно ведь должно быть. Ложи! Нажми, Питер. Нельзя позволить боксу. Одна есть. Я задал ему. Вторая есть. Зрители замерли. Да, друзья, да! Это трехочковый! Толпа ревет! Все? Так, теперь Донам ничего не угрожает. Но все равно надо бы зайти внутрь и проверить. Донам, нахуй мне ваши Доны. Надеюсь, Доны живы и уже ищут себе новое убежище. Парни, вам бы поработать над своей охранной системой. Да. Из вот этих типа танков. Очевидно. Черт, похоже, все плохо. Юрий, он ушел. И забрал Донов. Что? Ты серьезно? Техника Соболя, которую он воровал. Оказывается, мы не все их игрушки видели. Ты обещал, что не подведешь меня. Сказал не волноваться. Да ты охуела. И да, я облажался. Прости. Че здесь какие-то бабы охуевшие? Теперь я этим займусь. Да ради бога, пиздуй нахуй. Черт. Отличная работа, Паук. Просто супер. Да пошла она нахуй. Вот и ты, да. Мне сегодня не до этого, чудило. Всегда есть время для движухи, особенно с участием замаскированного любимца всего Нью-Йорка в серии смертельно опасных испытаний. Ну же, я знаю, что ты хочешь повеселиться. Не испытывай их терпения. И опять, блин, по новой. А вот и мы! Скорей бы узнать, какой захватывающий экшен покажет нам паучок в новом сезоне! Ты знаешь, я тут веду переговоры с твоими онлайн-конкурентами. Брось, я открыла тебя миру, и если ты меня покинешь, фаны расстроятся. Просто ужас, как расстроятся. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Пока! Пеки! Овца, блин. Ладно. Я модифицировал вирус чудила, чтобы отслеживать ее расположение, когда участвую в ее шоу. Когда у меня будет достаточно сигналов, я смогу вычислить ее убежище и сделать ей подарок. Путевку в Райкерс. Угу. Ну раз уж здесь, давай, что есть. Действуем быстро и тихо. Нет, меня обратно в клетку. Знаете, что мое любимое? Да, знаете, фотобомбы! Пора. Паиньки. Что-то ты не слишком в этом хорош, ЧП. Иди-ка ты нахуй. Хуевое, блядь. Если меня заметят, заложнику конец. О, какое напряжение! Попадется ли Человек-паук? Выживет ли заложник? Фаны умирают от нетерпения. Похоже, датчики движения можно вывести из строя паутиной. Да блять! Да как
сука, блядь, тварь ебучая ты нахуй. Да я понял, блядь, хватит мне это обучение ебаное показывать. Действуем быстро и тихо. Похоже, датчики движения можно вывести из строя паутиной. Давайте встряхнемся с помощью фотобомбы! Никто не засунет меня обратно в клетку. Ну, блядь. Что-то я засмотрелся. Фотобомба! Не пропусти! Вот это фотобомба! Что надо? Что надо? Включаем. Как он это делает? Эй, Бенни, ты как? Да! Выполняю. А кого тут фотобомба? Эй, чудила, можно взять интервью для школьного проекта? Конечно, мятные губки. Расценки можешь глянуть на сайте. Эй, ты... А вы так ничего и не поняли. Идеал был близко. Какая посредственность? Сама ты посредственность. Дура, блядь. Слушай, нельзя позволить Кувалде продолжать наращивать силы. Но его копатели легко проникнут на наши склады. Так что я распределю оставшееся снаряжение Соболя по городу. Ему придется гнаться за несколькими целями сразу. Ясно. Что от меня требуется? Защити перевозчиков. У нас будет несколько одновременных рейсов. Будь готов среагировать немедленно. Все понял. Как перевезем технику, займемся Кувалдой. Не подведи. От тебя зависит все. Не нравится мне ее тон. Мне нужно будет найти время для Юри. От нее куча головной боли, но я не могу ее подвести. Ей не помешает. Посмотрим, хороший член, типа, или что-то того, я не понимаю. Свободно. Повторяю, конвой 3. Дорога свободна. На дороге вроде чисто. Врагов не замечено. Объект номер 2 готов к приему. Так, пока все путем. Так. И у нас как бы все. А, ну здесь вот будет побочка, да, стопудово. То есть теперь мы начинаем зачищать точки, блядь. Все карты вот эти, блядь. 15. Это надо у стены, значит, да, ебаш? Угу. Блядь, сложновато это все сейчас будет. Ну да ладно. На этом все. Я буду проходить всю хрень. Вот это выполнять эти испытания, блядь, тупорылые. Вот, а на сегодня пока. Давай, счастливо.